Hi my friends, we continue this very important playlist. I would say the most important one. То есть я бы сказал, самый важный плейлист. The most important playlist or the most important one. То есть мы заменяем one, чтобы не стараться плейлист. И продолжаем наш список глаголов. Друзья мои, давайте с вами продолжим. Итак, благодарить. Thank. Я хотел бы поблагодарить вас за все. Я хотел бы. I'd like. Поблагодарить. To thank you. За все. For everything. For everything. Также вариации. Например, за твою поддержку. For your support. За твою громадную поддержку. For your huge support. За твою помощь. For your help. For your help. За твое время. For your time. И так далее. Он еще не поблагодарил нас. Он еще не поблагодарил. He hasn't thanked us yet. Yet это указатель present perfect. Ставим на конце, получается he hasn't thanked us yet. Далее, атаковать. Attack. Они атаковали врага вдруг. Они атаковали. They attacked врага. The enemy. Вдруг. Suddenly. They attacked the enemy suddenly. Кто атаковал их? Кто? Who attacked them? Who attacked them? И тебе не нужен вспомогательный глагол. Далее. Переваривать. Пищу. Это digest. Но не только пищу. Например, я могу сказать, мне нужно переварить эту информацию. Мне нужно переварить. I need to digest. I need to digest this information. I need to digest this information. Например, я могу сказать, я еще не переварил всю эту информацию. Я еще не переварил. I haven't digested всю эту информацию. All this information еще yet. I haven't digested all this information yet. Покупать. Buy. Я сказал ему, что купил новую машину. Я сказал ему. I told him, что я купил. Я купил раньше, поэтому. That I'd bought новую машину. A new car. I told him that I'd bought a new car. И вопрос. Что ты покупаешь сейчас? Видите, сейчас, значит, present continuous. Что ты покупаешь? What are you buying? What are you buying? Итак, thank. I'd like to thank you for everything. I'd like to thank you for your huge support. I'd like to thank you for your time or for your help. He hasn't thanked us yet. Attack. They attacked the enemy suddenly. Who attacked them? Digest. I need to digest this information. I haven't digested all this information yet. Buy. I told him that I'd bought a new car. What are you buying? Продавать. Опять же, видите, buy. Значит, неправильный глагол мы с вами разбирали. Buy, bought, bought. И продавать, sell, тоже неправильный глагол. Формы sold, sold. Он сказал, что продал свою старую машину. Он сказал, he said,
что он продал, that he'd sold свою старую машину, his old car. Видите, опять же, предпрошедшее время, что совершилось до. He said that he'd sold his old car. Я хотел бы продать это. Я хотел бы. I'd like продать это. To sell it. I'd like to sell it. Путешествовать. Travel. Travel. Я всегда, то есть мне всегда нравилось путешествовать. Смотрите, мне всегда нравилось. Видите, верно по настоящее время, потом present perfect. Мы говорим, I've always, можно сказать, I've always liked traveling. I've always liked traveling. Как часто ты путешествуешь? How often do you travel? How often do you travel? Справляться с чем-то, это cope with. Я уверен, я справлюсь с этими трудностями. Я уверен. I'm sure. Еще по умолчанию используем I'm sure. Также возможно I'm certain. По умолчанию I'm sure. Я уверен, I'm sure. Я справлюсь. I'll cope с, with, со всеми этими трудностями. With all these difficulties. I'm sure I'll cope with all these difficulties. Например, могу сказать, я справлюсь с этой проблемой. Я справлюсь. I'll cope with this problem. I'll cope with this problem. Доминировать. Dominate. Dominate. Когда они играют, он обычно доминирует. Когда они играют, when they play, он обычно доминирует. He usually dominates. Видите, S нужно еще не забыть поставить. When they play, he usually dominates. Значит, кто обычно доминирует в вашей команде? Кто обычно доминирует? Who usually dominates в вашей команде? In your team. Who usually dominates in your team? Вспомогательный глагол не нужен. Итак, sell, sold, sold. He said that he sold his old car. I'd like to sell it. Travel. I've always liked traveling. How often do you travel? Cope with them. I'm sure I'll cope with all these difficulties. I'll cope with this problem. Dominate. When they play, he usually dominates. Who usually dominates in your team? Итак, отлично. Значит, далее, следующие глаголы. Чистить. Например, чистить зубы. Какие глаголы можем использовать? Значит, мы используем с вами или clean, чистить что-то, или также brush, чистить зубы. Вообще brush, даже щетка. Например, как часто ты чистишь свои зубы? How often do you... Ну, на русском мы говорим просто, как часто ты чистишь зубы. Но на английском говорим твои зубы, мы your здесь оставляем. How often do you brush your teeth? Или можно сказать, how often do you clean my teeth? Можно сказать, я обычно чищу зубы несколько раз в день. I often brush my teeth. Несколько раз в день. Или, может быть, не в день. Several times a week. Видите, I often brush my teeth. Several times a year.
Это так вас развеселит, на самом деле, конечно, в день. A day. I often brush my teeth several times a day. I often brush my teeth several times a day. Или I often clean my teeth several times a day. Далее. Подтверждать. Это глагол. Глагол confirm. Очень часто используется. Я вот помню, на самом деле, всегда, когда созваниваемся о занятиях по английскому языку, только на английском языке. Всегда речь только на английском языке. И, например, звонит ученик и говорит, я хотел бы подтвердить наше занятие или нашу встречу. Я хотел бы подтвердить. I'd like to confirm. Confirm, подтвердить. Соответственно, наш, our, наша встреча, our meeting, или наш урок, our lesson. I'd like to confirm our meeting. I'd like to confirm our lesson. Хочу вам сказать, что из своей практики, конечно, обычно так вот говорили, когда, может быть, был там неуверен человек, там, возможно, это было эпизодически, то есть разово. А так, конечно, по умолчанию какое-то время, какое-то дни, чтобы всем было удобно. I'd like to confirm our meeting. Как еще можно сказать? Можно так еще поточнее сказать. Я хотел бы подтвердить дату и время нашей встречи. Я хотел бы подтвердить. I'd like to confirm дату и время. Можно сказать the date. Дату нашей встречи. The date and time. Здесь, видите, можно the один раз сказать, потому что the относится и к date, и к time. The date and time нашей встречи. Of our meeting. Of our lesson. Если мы просто говорим по отдельности, то the date of our meeting, или время, and the time of our meeting. Далее, нравится. Нравится это like. Like. Мне действительно нравится заниматься английским здесь. Мне действительно нравится. I really like заниматься английским. Learning English здесь, here. Обращаю внимание, что, видите, с конструкцией like грамматически допустимо, говорили, и like to do. Но обычно, если вам действительно нравится, то мы используем именно инговую форму, как здесь, видите, I really like learning English here. Или можно сказать, мне всегда нравилось делать это. Но сами уже это была конструкция, это I've always. Причем полезная конструкция, I've always liked делать это. I've always liked doing it. Итак, смотрите. Clean. Brush. How often do you brush your teeth? How often do you clean your teeth? I often brush my teeth several times a day. I often clean my teeth several times a day. Confirm. I'd like to confirm our meeting. I'd like to confirm our lesson. I'd like to confirm the date and time of our meeting, of our lesson. Like, I really like learning English here. I've always liked doing it. Например, кто-то может сказать, мне всегда нравилось помогать другим людям. Мне всегда нравилось. I've always liked помогать другим людям. Other people. Other people. Ей всегда нравилось помогать бедным. Ей всегда нравилось. She's always liked помогать. А ведь здесь helping пропущено. То есть, если мы скажем I've always liked other people, мне всегда нравились другие люди. А здесь, видите, helping, помогать. She's always liked helping. Значит, смотрите, еще раз просто разберем. Лексика «бедные». Если бедные люди, это poor people. Если просто бедные, мы не можем сказать poor. Но запомнить нужно поставить the перед прилагательным. Значит, the poor. Бедные. Или нуждающиеся. Вот нуждаться это need. А нуждающиеся это needy. То есть the needy. Нуждающимся. She's always liked helping the poor. She's always liked helping the needy. Далее «не нравится». Не нравится. Это dislike. В одно слово dislike. Значит,
Мне не нравится обсуждать это. Можно сказать одно слово I dislike. Значит, discussing it. Ведь опять же инговые формы. Или мне не нравится смотреть это. I dislike watching it. I dislike watching it. Если ненавижу, то это слово hate. Видите, мы говорим hate doing, глагол с инговой формой. Например, я ненавижу делать это. I hate doing it. I hate doing it. Он всегда ненавидел делать это. Опять же, перфектную форму используем. Он всегда ненавидел. He's always hated doing it. He's always hated doing it. А если наоборот вам что-то нравится, значит вы можете, соответственно, сказать, тогда получается люблю. Это love. Love. Я просто, если я люблю тебя, это будет I love you. I love you. Я очень сильно тебя люблю. Значит, очень сильно мы не можем поставить сразу, мы ставим в конце. I love you very much. I love you very much. I love you very much. Я люблю тебя всем сердцем. I love you. I love you with all my heart. I love you with all my heart. Тоже возможно сказать love и глагол с инговой формой. Например, я люблю делать это. I love doing it. I love doing it. Если встречается, это более сильное, чем like. Но обычно мы просто говорим like, I like doing it или enjoy. Значит, далее мы поговорим с вами про глагол enjoy. Итак, I've always liked helping other people. She's always liked helping the poor. Можно поставить или просто the needy, или просто and. She's always liked helping the poor and the needy. Или здесь опять, видите, тоже можно здесь the может относиться к этому the poor and needy. Или просто the poor and the needy. То есть можно просто the один раз поставить. Если два разных предложения, то как у нас с вами и было здесь, видите? She's always liked helping the poor. She's always liked helping the needy. Dislike. I dislike discussing it. I dislike watching it. Hate. I hate doing it. He's always hated doing it. Love. I love you. I love you very much. I love you with all my heart. I love doing it. Еще одно предложение. Они всегда любили друг друга. Они всегда. They've always любили друг друга. Loved each other. Вот each other это друг друга. Почему-то многие забывают. They've always loved each other. My friends, thank you very much. We continue this very important list.